Ребята, всем привет! Сегодня очередная распаковочка будет разных нужных вещей. Начнем с мелочи. Это у нас вот такие влагопитывающие колючки. Летний сезон закончился, убираем обувь, такие кулечки понадобятся для того, чтобы излишняя влага впитывалась в них. Или в разные там, в камеру можно еще куда-то положить. Так, следующее. Следующее у нас вот такой вот чехольчик для моего телефона, вот такой модели S4 mini Samsung. Вот так вот он выглядит. Сейчас померяем. Вот телефон. Ну, здорово, все подходит. Сидит хорошо, экран не касается поверхности, не знаю, вроде бы устраивает, отверстия все совпадают. Ладно, и самое интересное, следующая посылочка, это у нас должен быть термометр электронный. Да, действительно, это он. Все качественно упаковано. Имеется вот такая инструкция, немножко мятая. Ставьте на паузу, изучайте. Обратная сторона. Вот так вот сам он выглядит. Имеются три кнопочки. Цельсию, Фаренгейт, подсветка. Еще какая-то кнопка, разберемся. Имеется прицел. Ну что, попробуем вставить батареечки. Так, как это делается? Так, две мизинчиковые батарейки. Они у нас есть. Ну что, будем пытаться включить. Включается курком. Нажали мы курок. Не знаю, пробуем температуру руки измерить. Лазер. Держу курок, не отпускаю. Температуру можете наблюдать. 32,7 показывает. Это мне кажется, или ощущение лазера. Я прям чувствую на пальце. Попробуем что-нибудь другое измерить. Так, другой участок какой-нибудь руки. Вот ладонь, допустим, она более теплая должна быть. 33,6, 33,5. Ну что, калибровать надо, может, действительно такая температура здесь. Ну-ка, нож, лезвие измерить, попробуем температуру. 26 градусов показывает. Какая поверхность стола? 25. А, это включение-выключение лазера кнопка.
Это отверстие Фаренгейта, это да, подсветка, кнопка. Чтобы еще попробовать измерить. Слушай, расстояние, на котором интересно он берет. Сейчас я направил. Когда ты место снимай? Лазер на телевизор. Жидкокристаллический. Показывает 33 градуса. Ну-ка, на стену. Стена 36,5, 37. 37,7 стена. Ну-ка, лампочка. На лампе, к сожалению, изображение не видно. Даже не знаю, что еще померить. Ну-ка, еще раз ладонь. Тридцать три. Также еще имеется кнопка, вот эта включает подсветку. Изображение все то же самое. Эта кнопка включает у нас саму лазерную подсветку. Или прицел. Вот мы его включаем. Включаем. Это Цельсий Фаренгейт. Больше, да. Ну и курок сам для измерения. Ну, с подсветочкой удобнее, конечно. Чтобы еще померить. Кота поймать, что ли? Где у нас кот? Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Еще и пикает так интересно. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео, ставим лайки. Без внимания не остаемся. Так, всем пока-пока.